Раунд 2, файт. Давай, давай. Здорово, Даун. Чё, как у матери дела? Пососала хуйца? Чё ты, блядь, все время так долго, блядь, включаешься там? Давай, рассказывай, что тебе надо в этот раз. Да у него там не ловит сеть. Да у него мозг, идет. Блядь, не ловит по жизни, нахуй. Слышь ты? Он не по трассе, слышь, он сейчас не на трассе, его повысили, он теперь в электричке шалава. Ты чё там, слышь, блядь, помойка? Чё хочешь? Слышь, мышь, ещё раз забанишь, да? Давай, бань. Не надо банить, да? Чё так жопу горит, что ты банишь, да? Смотрите, боюсь? Какой-нибудь синик пиздатый сделал. Уебать, я его боюсь, господи! Не надо! Он зашел! Он сосет хуи! Я его боюсь! Он сейчас отсосет нам всем, блядь! Не надо! Не надо! Не соси мой хуй! Заразишь чем-нибудь, как твоя мать, шалава, болеть буду! Не хочу, не надо! Заразно, что? Заразно. Мать твоя шлюха заразный, и рот твой заразный, которым ты хуй мой сосешь сейчас, педрила, блядь. Что ты заразный, ёб. Слышь, ты только что сказал, что ты заразный. Ты чё, блядь? За ним даёшь. Хотя бы кто-то сейчас слышал, чтобы я сказал, что я заразный. Или раз, чего? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, у меня записано. 12 человек находятся на этом сервере, и никто не слышал. Тебя. Один аутист только слышал. У него голоса в голове. Они говорят ему, что делать. Они говорят ему сосать хуй. Они говорят ему трахать собственную мать. И он, собственно, этим вечером в электричке и займется. До тех пор, пока его не выгонят контролеры. Нахуй! Раунд! Так чё ты зашел, уёбок? Рассказывай! Ему надо еще посоветовать логопеда. Добавил дефектолога. Дефектолог, логопед. Да, все вот эти вот. А кто? Ну чё, хуесос, чё ты хочешь? Рассказывай. Он хочет букву «Р» выговаривать. «Р» — давай мы тебе, короче, максимальное количество букв «Р» сейчас в них захуящим, смотри. «Р» — это тебе стратегический запас, чтобы ты, блядь, не это сам, не обламывался. Слышь, рыбалка, скажи, рыбалка! Я поймал рыбу, скажи, скажи, ну, давай. Покажи, какой ты тигр, давай, давай, монстр, унись нас, покажи свою альфа-самцовость. Даун, тебе чё надо, бля, хуй ты пришёл? Я с интернетом чё-то, блядь. У меня чё-то с интернетом, у тебя с башкой чё-то, блядь, не, в ней даунизм поселился, аутист маленький. Уверен, что у меня? Да-да-да-да, тигр, да-да. Щенок, это отец твой, которого я в рот ёбнул сегодня вечером, сука! Давай, рассказывай, хули тебе надо, рассказывай, чего тебе надо, даунище, давай, рассказывай. Так, все молчим, давайте ждать, когда аутист что-нибудь скажет. Чего ты хочешь? Я тебе не сказал, что ты заткнулся раз и навсегда. Я не понял. Твои условия? Да. Хорошо, я заткнусь! Ты сделаешь его? Съебался да? Нахуй с сервера! Бля, 5 из 10! Он такой тупой, я не знаю, блядь. Как его еще, блядь, обоссать, чтобы он больше сюда не заходил? Я хотел, чтобы ты заткнулся раз и навсегда! Раз и навсегда, блядь! Ну, удаёте, блин, сделали мне день. Во-во-во, Лёха, вот, блядь, вот, всё, сколько после... ему понадобилось времени, смотри, 16.25 забанен, 16.29, короче, 4 минуты рекорд пока. И чё, сколько он уже аккаунтов сделал? Да хуй знает. Я на третьем прекратила считать. Один, два, стоять бояться у него был аккаунт вообще. Я, кстати, жду Хаша. Мы аж обосрались. 4, 5... 6, 7, блять, он отсталый вообще просто, это, блядь, какой-то имбецил. Бля, ну просто я через полчаса это самое, да, давайте все тут, короче, это самое писать. Димон, слышь, а ты это самое, до вечера дома или чё? Побанишь этого хуесоса, он сюда будет заходить? Я просто... Я... где-то... Ну, а часов до 6 буду, потом пойду. Блять. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. А ты куда собрался, накинь, блядь? Накинь на Мишин аккаунт. Я, если что, с ним да, сейчас.
Записал, блядь, сука, сидит 12 человек, слушает аутиста, блядь, конченого, который пытается нас обоссать. Куда он записывает? Куда он записывает? В жопу он сейчас записывает. Блокнотик. Блокнотик, да, быстрый. Потом на стриме подкручит блокнотик, как он всегда это делает. Member joined. Пропустил, что ли? Member joined, смотрите, смотрите. Да, нихуя. Тут какое-то что-то... Сейчас мы тебе ник поправим, подожди, подожди. Не так, не так. Вот так, смотри, сейчас правильный ник у тебя будет. Просто вообще, посмотри на этого аутиста. Че он там бормочет с хуем во рту? Я не знаю, что-то он там сосет, походу, опять. Походу, на работе. Сколько на работе парень зашел? Скоро, Трувер, Версус, Рэп, Раб, Ресурс, Фридер. В прошлый раз он на трассе шел, в этот раз он тупо уже на работе клиенту подобрал. Ну, он в электричке уже, он в электричке уже, да. Я, блядь, голос стал ржать. Ну, давай, рычи, давай. Ну, давай. Слышь, вот эта хуйня, ник на Е. Тебе сколько лет? Вот эта хуйня, ник на Е. Вот эта хуйня, ник на Е? Сейчас, подожди, у нас подожди. Есть только ник на R, да. Хуйня. У нас только ник... Нет, теперь есть на Е. Е, смотри, не... Ты что там сам собой что говоришь, слышь, аутист? Ты уважительно ко всем здесь присутствующим. Ваше Величество, ты обязан обращаться, понял? Потому что ты отсталый говна кусок. А вы схуяли, я должен вас уважать. Вы заслужили это уважение? Потому что ты кусок говна, блядь. А говно, блядь, должно, блядь, присмыкаться перед тем, кто его обоссал. Ты меня понял, тварь, блядь? Чё так, тебе, блядь, в тюряге тебя так же, когда ебали, блядь, попускали, сука. Сука, такой базар, блядь, понимаешь? Мразота ебаная, блядь. Да хватит лапать, да? Я тебя выебу, блядь, Дина ебаная, сука. Чё ты делаешь-то? Чёрт, я жду, опусти. Через интернет, давай. Ты чё, так тоже не понимаешь? Бля, я не понимаю, как вы, петушары, блядь, разговариваете тогда, блядь. Попробуй без буквы R. Без буквы R? Тут люди вокруг смеются, тварь. Опусти меня. Попусти, разговаривай. Даун. Даун? Ты зачем сам себя зовёшь-то? Зачем ты я сам тебя зову, придурок? Я тебе условия поставил? Я это поставил ваше условия. Величество. Ты что в ответ сделал? Понял меня, ты сука, уже блядь. Слил. Ты думал, уже слился. Дерьмо. Понял? Куда я слился, блядь? Ты ну, чё? Ну ты это тонна, ёд. Ты меня запанил на мою... Кто-нибудь вообще видел, что я слился куда-то? Господи, ты только что слился, блядь. Ты уже раз 10 слился, когда меня 10 раз забанил, блядь. 10 раз побанил, да? А тебе да, не кажется, это так, по-простому. Тебе не кажется, что проблема в твоей умственной отсталости, а не в том, сколько я тебе раз забанил? Мне кажется, проблема в тебе, ёб. Потому что проблема, опущенный. Проблема определённо. Я с тобой. Я на тебя сейчас хоть раз голос повысил, не? Ты матери, шлюхи. За все время. Слышь, блядь, тварь, блядь, мне поебать на присмыкающийся кусок говна вроде тебя, ты понимаешь? Слышь, я тебя и свою семью в рот ебал, ты мразота помойная. А вот я, ты, блядь, сдохнешь в одиночестве в канаве, блядь, ближайшие 2-3 года, ты понимаешь, помойка. Это выебать не можешь, ебал. Опущенный. О, заткнул, заткнулся, задумался, блядь. Нихуя себе, у тебя еще мозги есть. Слышь, давай сейчас что-нибудь скажи, давай. Короче, я заебался, мой стендап окончен, давай теперь твои панчлайны, давай. Какие панчлайны? Начинайте. Давай, 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 мистер Ер, давай, зарычи нас всех. Будем начинать. Эту дырку запишу. Так, ну давай, давай, что, ждём. Мне контент, видишь, ну... Давно видосик на канале не выходил. О, видосик на канале, это те, которые будут... Это те, которые смотрят, блядь, 9 умственно отсталых тебя? Шизой, блядь, монтировать научись, а? Хуило ты. Чё не крашишь-то? Я в GTA-шке сижу, на машинке катаюсь. Не знаю. Слышь, умственно отсталый, ты кого их назвал умственно отсталый? Вы человек 10 на меня подписаны, придурок, блядь. Ваши 10 человек, блядь, на меня подписаны, ты их называешь умственно отсталым, он здесь присутствует. Ну, есть какие-то, да. На канале есть, сейчас голос. Конечно, да, я согласен. Ну, вот ты их назвал только что, и ничего, нормально. Так что ты хочешь? Ты сам на меня подписан, придурок. Кто, я? Слушай, покажи, я рум, кто больше. Прости, чё, пожалуйста, я на я что хочу? Я тебе сказал, что я хочу. Хуй сосать? Ты уже сосал? Так ты говно-то.
В чем проблема? Иди с этим. Ты говно. Слышь, а ты кто? Откуда вылез-то? А я представь, имя, фамилия, я очень слышу. Слышь, блядь, адрес. Ты, блядь, имя, фамилия, блядь, говно, пизда, шалава, нахуй. Это ты, блядь, слышь, почему а не представился? Слышь, а ты такой же смелый? Тебе ебучку не бьют случайно, нет? Слышь, блядь, и если может, бы я, блядь, тебя не насилу, ответил, да, я, уже, блядь, бить, я бы уже, блядь, 7 человек ебашили, нахуй, ты меня понял, мразь, блядь? Да. Хуй ты на, блядь, себя и видел меня. Ты слит, блядь, уже нахуй, даже нахуй на слит. Ты себя в зеркало видел? Я видел. А ты там, видел? Короче, стою я огромный член, и огромный член у тебя во рту, короче. Так, и ты такой, я это каждый раз, блядь, ты вижу. Ты какую-то хуйню сейчас морозил. Ты давай, по сути, говори. Ты себя видел, взять? Так я по сути говорю, что ты уёбище. Я тебе по факту, я тебе по факту говорю, по ты факту кто такой? По факту я бы тебе ебальник бы так сломал, что ты бы раз и навсегда... Рассказывай, блядь, мне вот такие картавые уже несколько раз обещали ебальник разбить, да. Уходили, да, с простреленными коленками, и никаких приезжай проблем в Москву, у меня не было. Начало. Давай в Москве встретимся. Я обязательно приеду. Сам в Подольске живу. Я обязательно приеду в Москву, обязательно, бля, братан, обязательно. Вот давай. Обидательно, обидательно. Вот ты живешь в своей залупе, блядь, и пиздишь. В залупе я думаю, да, блядь. Я в залупе думаю, да, да, я в залупе, да, 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 да. Халепка, приезжай, Мытищи, там, Доня, с тобой поговорим. Мытищи? А я тут рядом. Да, Мытищи, Мытищи. Приезжай, давай. Давай. Как с электрички выйдешь, блядь, со своей обоссанной, блядь. А я тут рядом. На перроне обоссут, блядь, можно мутить, дюхать. Давай, среду ждем, среду. Какой хуйня, говорю. Хуйню городишь ты, блядь, с тех пор, как есть, ты родился. Есть, блядь, пиздюки, нахуй, еще рот твой открывает. Как ты вообще смеешь свой рот открывать, а? Как ты смеешь свой рот? Значит так, слушай, шалава конченая. Я сейчас говорю первый и последний раз. Я тебе отключил микрофон, и уважаемые люди здесь на сервере тебя, мразь, сейчас не слышат. Теперь будешь слушать меня ты, тварь. По факту тебе рассказываю. Ты говно. Ты взялся из ниоткуда и исчезнешь в никуда. Ты полная попущенная тварь, потому что ты без каких-либо причин доебался до меня, не имея никаких на то оснований и прав, блять. В дальнейшем ты начал заебывать всех, кто здесь находится. Но проблема заключается в том, что ты настолько никчемный кусок дерьма, бесполезный в этой жизни и ничего не способный сделать, не способный ничего совершить и добиться, соответственно. Тебя, блядь, обоссали все на этом сервере. Тебя кому не покажи, все говорят, что ты умственно отсталый долбоеб. Конченый. Поверь мне, это говорят здоровые люди, а не аутисты вроде тебя. И напоследочек тебе расскажу такую вещь. Ты, сука, не имеешь никакого права требовать с меня нихуя, потому что ты, мразь, не добился ничего. И ты не имеешь права никакого на уважение. Ты кусок говна, чью мать я ебу в рот. Ты меня понял, дерьма кусок. А теперь, гражданин, ебался нахуй раз и навсегда. Сдохни, пожалуйста, где-то в муках, тварь. Вы обоссаны официально. Раунд, просто раунд. Раунд. Короче, раунд. Так, это, Димон, ты здесь? Хорош. Псих. Короче, ты можешь за серваком последить или ты на работе? Ну, я на работе, но могу, а что случилось? Ну, этот пидор будет постоянно заходить сейчас, его надо банить. О, весело. Знаешь, что говорю, на Мишу накидывай, я сегодня весь день... Давай я сейчас, короче, это самое, да, эксом дам. Ты дай мне, чтобы я видела, кто заходит и кто выходит. Хорошо. И потому что... Все окей. А что было-то? Чё-то вас всех так много. Ты чё, блядь, Валерку повысил? Самое интересное пропустил. Он по трассе ходит, блядь, а на электричке ездит. Самое интересное пропустил. До своего цемзавода ебаного. Да? Прикольно. Я чё-то на самое интересное дошла и всё. Это левел ап вообще-то был. Эр ему выдали, блядь, и вообще бы хорошо было. Пиздец, 18 человек. Район, стоять, бежать. Ты вообще всё пропустил, да? Тут 18 человек ссали просто на Валеру. Как написано, скиньте это, пожалуйста, это просто нужно сохранить на память. Да, это и я это читал. А, еще Алекс записывал, вообще ништяк. Я плазму выкидывал, оно у меня будет это серым шумом просто сзади, потому что это было прекрасно. Как Валера роняет кал, это виртуозно.
так ронять калм никто еще не мог. Согласен. Столько народу давно уже не было. Я, кажется, что-то интересно. Блин, было бы хорошо, если бы поводы были бы более веселые и приятные, нежели Валерка. Да надо бы почаще собираться. Съеби, блин, пожалуйста. За что мне? Здравствуйте. Пойдем. До свидания. Не-не, теперь сразу, ладно. Все, пошел, я ему все сказал. Это опять он? Да-да, я сейчас открою вам канал Стафа. Может, его послушаем? Может, что-нибудь скажет? Что он может? Говорить это не, это не то слово, которое мы... Он может только гробить, жевать сопли и ронять кал. Он больше ничего не может. Причем он даже читами сам себя крашил пару раз. И сосать хуй. Он себя один раз своей тупой выходкой на несколько лет крашнул, о чем речь-то? Короче, ладно, да не один, я давайте. Пошел. Всем хорошего дня, удачи по жизни. Давай. Тебе тоже. Давай, пока. Да. Тебе тоже. Давай, пока. Давай. Папе, ой. Я хорошо. Пока ты разъебывал. Такое в честь Валерки, да? Разъебывал, я не дышала, я походу пофиолетовила все сейчас. Это было прекрасно. Я, бля, даже стеснялась дышать. А он вообще что-нибудь говорил, нет? Он говорил... Я еду в электричке, говорил, короче. Не кричи, у тебя вся электричка слышит. Во рту что-то мешало. Клиентов, говорит, распугиваешь моих. Понятно. Я хуй знает, он бы хоть милостыню на нормальный телефон напросил. Хули ты фоткаешь 11 Pro, а бухтишь-то, блядь, в тапочек. Это же пиздец. 11 Pro у него? Ё-моё. Он фоткал 11 или 12 Pro, выёбывался в ВК, то что у него охуенная видеокарта, у него в итоге GTA чуть ли не на минималках, а бухтит он, ты сам слышал, в хуй. И скорее всего это был хуй планет. Только поэтому мы его слышали. Как бы он был недалеко от нас в это время. Так бы мы его даже не услышали, наверное. Просто шум. Коричневая нота, блядь. Все, мне плохо. Я руку отбила, пока по столу хуярила, между прочим. Почему я психу не вижу? Желаем удачи. В смысле? Не все дети? Да. Сейчас, сек. Ой, это улитка. Все в сети. Удон. У тебя сколько оператива? 16. Все, понял. Я все равно не вижу, понятно. Я вот, значит, спал такой, потом меня тегают в Дискорде, такой, нифига себе. Не трогаем ничего. Запрещаю вам срать. А ты что говоришь? Вот, походу, единственный, кто вообще не понимает, что тут происходит. Тут было прекрасно. Тут был один человек нехороший. Типа Валер, я снимаю штанов, еще и пернул жидко. Жопу мыть ушел. Так, смотри, Димон, псих. У вас открылся канал Став, называется, видите? Да. Вот, короче, вот когда приходит чувачок, поднимите чуть вверх, вот там написано new account, видишь? Да, типа, да. Создан одну минуту назад, блядь, сразу нахуй в бан, без разговоров вообще. Вот. Так, давай я на это самое. Какой что? Шанс будет, если это, например, новый человек? Слышь, что, можешь же настройку Дискорда поставить, чтобы нельзя было писать, если новый аккаунт. Там аккаунту должно быть 5 минут, либо у него верификация должна быть. Не запускай. Да, кстати. Пакеты вот. Открою. Должна быть и верификация, чтобы хотя бы имел право хотя бы. Что все мы здесь сегодня собрались. Как мне дать возможность только... Это здорово, что мы все здесь сегодня собрались. Чего вы не начнем? Все. Мы собрались. Что-то у Валерки регистрационная импотенция настала. Походу, да, все почты заняты. Ну, конечно, я приехал, видимо, уже. Мне кажется, он новый аккаунт просто создает. Мне кажется, он у нас в браузере новый аккаунт создает. А прикинь, он сейчас реально выложит видос, где я его просто говном поливаю. Но это будет прямо расписаться. И он такой, типа, видели, как я его обоссал?
Он скажет, у Экс бомбит. Он же только так умеет. Рип на Экс, рип на Экс. Да, да. У него же там есть рип на автомата, который просто вышел. И сессии, типа такой, о, рип, о, о. Нихуя себе. Автомат тебя рипнули, что ли? Я не знал. Ну как, я сидел в АФК, короче, я играл с друзьями в GTA, потом где-то АФК я сейчас стоял в GTA-шке, возвращаюсь, я уже на рабочем столе, потом смотрю, видео появилось о том, что он зашел ко мне и меня крашнул. Ну вот, я считаю, это разговор. Езет вообще, да. Я очень долго плакал потом и удалил GTA, все. Руки-то хоть царапал линейкой, скажи мне. Чего? Руки-то хоть линейкой царапал, это все-таки больно. Я глаза царапал себе, в такие руки. Я лучше себе царапала, когда, блядь, на стрим к этому еблану зашла. Это пиздец. Этот лох еще и стримит. Да, он, видел стримы, Наташ. Стримит, как нас крашит. Он с читами гоняет там. Он Дискорд стримит. Дискорд, да, такое, блядь, реально. Наш причем. Такой, типа, смотрите, как сильно я им завидую. Да, он такой мышкой обводит, его чморят, типа, вот они про меня вот тут вот написали. Бомбят. Это, блядь, потому что я их уебал, нахуй. Я крутой, блядь. Обоссал, снимай. Я важный. Я хочу его спародировать, его внутренний он. Он, типа, показывает, что, мол... Он будет в тюрьме. Нет, сейчас... Его очень сильно, кстати, сбивает такой, про гарем. Ну, вот там... Мэтт Пин говно, а внутри он такой, блядь, меня нихуя не слышит. Да, его никто не слышит, его всю жизнь никто не слушал. Он, блядь, даже мамке, походу, нахуй не был нужен. Ну, что, это шутка про сам завод, его тоже разрывает. А вот вопрос, а есть такие, кто реально подписан на него, на его канал? Нахуй то надо, мне, блядь, потом надо. Рука вонять. Какой канал те же самые читеры, которые там есть в районе. Канал QSR 2021. На каждом видосе по 9 просмотров. Хорошо. Он и все его новые аккаунты. Видос с томатом там постоянно просматривают. Ну, конечно, томат-то, блядь. Ну, рип на томата-то. Это все ищут, блядь. Кто же может рип на томат? Только Валерка и может, блядь. Да, вообще вот. Просто самый лютый рип. 5 секунд, томат вышел, все. Еще такой вид, я сделал, потому что ты поцелуй. Типа, все, пока. Езет, типа. Он еще там цитату, что ли, твой, типа, ты меня ни разу не крашнул, или что-то такое? Да, я ему написал, типа, ты ни разу меня не крашнул, и он меня смог крашнуть, когда я был АФК причем. И, типа, вот, смотрите, я крашнул его. Капец, ну, блядь, это, как по мне, Валерка самый обидчивый мальчик за всю историю. Он не может никому нихуя сделать, только включает софт, всех крашит, а вот когда без софта он все начнет хуи сосать, там Торнадо правильно говорит, сейчас плюс 10 человек уже у него на канале есть, вот 10 аккаунтов в Дискорде. У него еще он еще сейчас это самое, как его, сервак создаст и всеми аккаунтами туда зайдет. Сервак на Дискорде, что не знаю, а прикинь, сейчас создаст, куча аккаунтов то у него есть. Будет как бы и сам с собой там переписываться. Там отношения, сам с собой поссорится, там кто-то встречаться начнет между собой. Кто-то возвращаться им будет каждый день в 8. О, Валера, я хочу у тебя детей, Стасик сделал, чтобы в камере вот это вот все. У него же GTA то же самое. Он заходит, скажет на разных аккаунтов, типа пишет, что это другие люди делают. Хотя это он делает. Я же с одного аккаунта. Он сказал, мы с друзьями. Он друзьями просто заходит в сессию, крашит, а хотя на самом деле это его какой-то один аккаунт и все. Он банально ник сменяет, больше не может придумать новый. На стриме себе тоже, скорее всего, он пишет, потому что там какой-то интересный нулевый чел просто. Да-да-да. Там, мне кажется, нет таких отсталых, как он, которые бы с ним разделяли все эти эмоции. Потому что мне кажется, что он сам себе реально пишет, чё ты там этих экс ёбнул уже? Да, о, блядь, они тупые, блядь, они сосут. Блядочка. Пиздец, блядь, вообще. Так, короче. Так, лизовой. У всех розовых ников сейчас есть возможность банить этого клоуна. Окей. Вот, это я вернусь, когда уберу у вас возможность, это чтобы друг друга случайно не перебанили. Случайно, я просто Мише не скажу, что у него есть такая возможность, тогда случайных банов не будет. А я уже баню торнадо. Это как тот раз,
Миша случайно по мне стрелял ногу. Ой. Ну это же Миша, блядь. Миша, добей. Миша нахуй добивает. Всех. Миша, пересеки перекресток без происшествий, нахуй, на по автобусу машиной. Ты не понимаешь. Я не понимаю, потому что мне 200 тысяч жалко. Ладненько, всем пока-пока. Если еще разойдет этот педик, пишите. Давай. Я его вынесу, если что. Да, жалко, вот так. Такое прекрасное зрелище пропустил, походу. Я даже не знаю, кто такой Валерка. Да, думаю, Педик какой-то. Вы смотрите, насколько он отсталый, блядь. Он свой аккаунт назвал Дудос, блядь. Дудос. Ой, что за дебил. Дудос это он. Что за ебаный дебил, блядь. О, Дандос пришел, блядь. Смотри, смотри. Пришел, увидел. И ушел. Это он сам ушел. Он сам ушел, сам ушел. Угу. Не я его. Может, он что-нибудь скажет? Он ушел, он с сервера ушел, прикинь, он обиделся. Забанить нахуй. Ну, кто-то его забанил, скорее всего. А? Ты... Кто-то его забанил уже. Смотри, смотри, чтобы не заходил. А, псих пишет его забанил или что? Да, он... Да, смотри, чтобы он не заходил, просто ссылки удали, которые, типа, на приглашение. Все? Ну да. Ну ты представляешь, мне потом под каждым видосом все это переделывать. Ты будешь этим заниматься? А вообще, кстати, идея, чтобы он меня не заебывал сейчас. Нет, уже по одному можно. Переведи на ссылки на сайт на tribuku.org. Доступ 38. Все. Его Димон забанил, все, понял. Можно еще гей-знакомство Подольск. Вот это вот. Требую ему майнер. Интересно, он вообще понимает? Ну как бы. Если думает, бы он что хотя бы что-то понимал. У меня просто по соседству дурачок живет. Вот он блаженный. У него там оликофрения или как написано. Он, короче, живет в своем мир... В своем мирке живет, короче. У него там, ну, все хорошо, он там успешен. И вот один в один Валера, нахуй. Просто один в один. Короче, Ctrl R не нажимайте в дискорде. Сразу ложь почему-то. А го нажму. Я же сказали не нажимать. Ну теперь я точно понял. Я бы это. У меня рука-то потянулась, но я не стала. Я за вас всех проверил. Кто-то еще нажал. Чё как?